Всем привет! Сегодня я покажу, как заводить бензокосу штиль FS55. Для этого заливаем топливную смесь, приготовленную ранее. Топливная смесь разводится на литр бензина 20 грамм масла. Желательно это делать перед кошением, так как топливная смесь больше 2 недель не хранится. Масло использовать рекомендуется именно штиль для двухтактных двигателей. Либо минеральное, либо синтетическое, в зависимости от агрегата. Если агрегат новый, то синтетическое прослужит дольше. Если агрегат старый, то на минеральном масле работаем дальше. Чем отличается минеральное от синтетического, можно посмотреть видео у меня на канале, специальное есть. Итак, для заведения переводим рычаг в положение старт. Для этого нажимаем на курок. Топливо мы залили. Нажимаем 5-7 раз праймер. Бензин появился. Воздушную заслонку перекрываем. После этого, попадая в зацепление, дергаем несколько раз рычаг стартера. Как коса заведется, переводим заслонку в положение открыто. Итак, приступим. Делаем перегазовку, катушка останавливается. Итак, коса готова к использованию. Глушить есть. Если видео помогло, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всего доброго.